Отстает ноги, советы по накачке и тренировочный план. Для многих культуристов день ног является отравой их существования. Несмотря на все усилия, бесчисленное множество людей испытывают больше трудностей в деле накачки ног. Сам процесс может быть настолько обескураженным, что многие люди начинают попросту избегать их. Правильная тренировка ног должна быть брутальной. И если вы все делаете правильно, то результат обязательно себя проявит. Так почему же успешные тренировки ног зачастую столь далеки от самих культуристов? Давайте разберемся в некоторых распространенных ошибках. Многие бодибилдеры делают тяжелые тренировки на ноги слишком часто. Это может привести и в конечном итоге приводит к перетренированности. Данную ситуацию следует избегать всеми силами, особенно если речь идет о натуральном бодибилдинге. Неправильная техника. Даже опытные бодибилдеры часто допускают ошибки в своей технике. Стоит ли говорить, что все это в лучшем случае зря потраченная энергия, а в худшем прямой путь к травме? Полный диапазон амплитуды невероятно важен. Не ставят в приоритет тренировку ног. Да, мы все это видели и знаем. Бодибилдеры тренируют верхнюю часть тела практически эксклюзивно по отношению к нижней, после чего почему-то жалуются на отстающие ноги. Все мы видели здоровых парней, одевающих длинные шорты, даже если температура плюс 40. Если человек не приложит достаточно усилий, он никогда не обретет желаемый результат. Окей, теперь мы знаем, что большинство бодибилдеров делают неправильно, когда дело доходит до тренировки ног. Отсюда возникает вполне логичный вопрос. Что мы должны делать, чтобы построить мощные ноги? На самом деле нет никакого большого секрета. Давайте рассмотрим некоторые решения данной проблемы. Избегайте перетренированности. Тяжелые тренировки должны иметь место быть. Но чтобы тренировать ноги успешно, перетренированности быть не должно. Не стоит, скажем, делать 10 подходов приседаний с максимальным весом. Запомните, цель – истощить мышцы ног, а не центральную нервную систему. Используйте правильную технику. Правильная техника имеет очень важное значение. Это можно даже не обсуждать. На тренировку ног тратится уйма энергии, и в ваших же интересах, чтобы вся она шла туда, куда надо. Приоритизация. Наконец-то, прежде чем начать продуктивную тренировку, честно спросите сами у себя, как сильно вы хотите улучшить свои ноги. Возможно, стоит разделить ноги на сплит и тренировать их первыми. Настало время нескольких тренировочных планов, которые помогут вам построить отличные ноги. Помните, терпение есть добродетель, величие приходит со временем. Выполните 4 сета по 25, 15, 12 и 10 повторений. Добавляйте вес в каждый сет, делая паузу на 2 секунды в верхней точке каждого повторения. Сделайте это упражнение суперсетом с фронтальными приседаниями 4 сета по 25, 15, 12 и 10 повторений. Когда будете выполнять эти упражнения, помните, нужно садиться глубоко, насколько возможно. При этом ваши ноги должны быть не более, чем на ширине плеч. После приведенного суперсета ваши ноги должны быть в огне. Вот и все. Больше в этот день с ваших ног хватит. Больше объем лишь приведет к перетренированности. Сделайте эту тренировку спустя 5-7 дней после предыдущей. Приседания 4 сета, 25, 15, 12 и 10 повторений. Запомните, хотя вес и важен, сам по себе он не построит ваши ноги. Старайтесь чувствовать собственное тело. Вы должны ощущать каждое повторение своими квадрицепсами. Не ставьте ноги шире плеч. Квадрицепсы должны быть четко на их уровне. Мертвая тяга 4 сета по 15 повторений в каждом. Это аналог становой тяги, но выполняемый на прямых ногах. Двигайтесь словно поршень. Это лучшее упражнение на бицепс бедра. После того, как отдохнете от 5 до 7 дней, возвращайтесь к тренировке номер 1 и продолжайте менять их каждый день. Но такого рода тренировки ног позволят вам правильно стимулировать мышцы и восстановление сил, что станет вашим счастливым билетом на пути к большим ногам. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.